В выставочном зале Союза художников Республики Дагестан состоялось торжественное открытие выставки пленэрных работ дагестанских художников «Времена года». Мероприятие организовано Министерством культуры Республики Дагестан и Союзом художников Республики Дагестан. Выставка проводилась в рамках проекта «Года экологии». Около 140 работ молодых художников республики представлены на экспозиции картин. Открытие выставки прошло в торжественной обстановке. В нем приняли участие руководители музеев изобразительных искусств и именитые художники Дагестана. Свои наилучшие пожелания в адрес начинающих мастеров искусства высказал директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Расула Гамзатова Салихат Гамзатова. Очень много замечательных работ и маститых авторов, и новых имен, которые появляются, которые некоторые, наверное, еще ученики, выпускники худграфа ДГУ. И хочу пожелать вам счастливого будущего, чтобы ваше творчество, ваше видение делало людей счастливыми, открывало им что-то новое. Стиль пленэр – это живопись, созданная на природе, передающая ее красочное богатство, свет и воздух. Это не только пейзажи, но и фигуры людей, дома, животные, изображенные в естественной воздушной среде. В картинах молодых художников были представлены самые живописные места Дагестана, архитектура республики и выдающиеся личности. Это очень помогает художникам именно выявить молодых художников. Здесь специальные работы студентов художественного училища, художественно-графического факультета. Также специальные работы наших молодых художников, выпускников. Также специальные средние поколения художников. Есть работы старшего поколения. Это говорит о том, что у нас есть преемственность, продолжает молодежь. Идут по их старшим поколениям стопам, учатся от них. Значит, это говорит о позитивном, динамичном во многом, что у нас искусство, творчество развивается. Как отмечают молодые художники, выставка является шансом проявить свой талант и возможностью заявить о себе. Зумруд Омарова – молодая художница, студентка Дагестанского художественного университета. Любовь к рисованию в ней зародилась с детства. В своей картине она хотела описать всю живописность деревьев ее родного края. Я хотела показать красоту маджалисского леса и показать, насколько могут быть красивыми деревья в наших краях. Это очень важно, проведение таких мероприятий, потому что это развивает людей и показывает то, что на самом деле даже в Дагестане может быть очень много культурных людей, очень талантливых. Выставка «Времена года» проводится ежегодно. По словам организаторов, подобные мероприятия во многом способствуют позитивному имиджу Дагестана, открытию новых имен в сфере изобразительного искусства и вызывает заинтересованность подрастающего поколения к искусству. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.